Всем привет! Я хочу сейчас показать, как работает модификатор для быстрого добавления драйверов. Вот мы сейчас немножко так накидали, вот за счет одной кости мы можем управлять сразу тремя драйверами. То есть вот у нас у Сюзанны есть три драйвера, там каждый из них отвечает за какую-то там, допустим, вот один драйвер он тянет вверх, второй драйвер в бок, третий вниз. И вот, когда мы все их назначаем на одну кость, мы можем этой костью управлять, ну, не применяя модификатор арматуры, мы управляем чисто за счет драйверов. Ну, давайте сейчас покажу, как это без кости работает. То есть мы вот эту кость удалим. Без кости вот эти, вот delete driver, delete driver, Delete драйвер. Вот без костей это у нас вот отдельно хоп, драйвер вверх, драйвер в бок, драйвер вниз. Давайте сейчас все с самого начала еще раз сделаем. Сначала я покажу, как установить этот модификатор. Вот он у нас сохранен на диске. Сейчас. Он называется Driver Constraint. Это на данный момент бесплатный модификатор. Вот мы его распаковываем. И там у нас вот такая папочка с вот этими питоновскими скриптами. Мы эту папочку берем, копируем целиком папку, прямо вот как есть. И на диск C, где у нас хранится Blender, Program Files, Blender Foundation, Blender 2.7.9, Scripts и вот Addons, вот прямо сюда вставить эту папку. Ну, у меня она уже есть, поэтому я не буду второй раз вставлять. И затем заходим в файл, User Preferences, выбираем здесь драйвер. Вот он стоит уже галочка Rigging Driver to Bone Constraint. Вот мы добавляем. Теперь давайте на примере Сюзанны сразу буду делать. Shift A добавить Mesh Monkey. Ctrl-3 я прибавляю сразу ей сглаживание. Здесь вы будете видеть горячие клавиши, которые я нажимаю. Теперь Shift-C я возвращаю курсор в центр. Shift-A добавляю одну кость. Ну, попробуем сейчас по-простому сделать. В режиме Edit Mode мы эту кость выделяем и двигаем на нужное место. Так, RX90 поворачиваю, клавиша S уменьшаю и поставлю ее в уголок рта. Вот так вот сюда. Пусть она будет управлять у нас ртом. Ну, по такому же принципу вы сможете все остальное делать. Так вот, теперь переходим в Pose Mode для кости. Пусть она будет в Pose Mode. Выделяем нашу обезьянку. И с помощью Shape Keyев заходим вот сюда, добавляем Shape Key, добавляем с помощью Shape Keyев ей эмоции. Ну, допустим, ну как эмоции, мы сейчас несколько положений уголка рта. Вот первое это вверх, ну, извиняюсь, буду по-русски писать, чтобы понятно было, вверх, на единичку ставим, переходим в Sculpt Mode, выбираем кисточку Grab, обязательно единичка вот тут, и делаю вот четко вверх. Вот так, только симметрию я выключу, потому что у нас будет симметрично. Если хотите, оставьте симметрию, будет сразу на два уголка работать одна кость. Вот, и придаем ей как бы движение вверх. Смотрите, как это сделать лучше. Там, может быть, у вас вы хотите как-то прям эту эмоцию красиво показать. Ну, вот так, допустим, сделал уголок вверх. Теперь в Object Mode возвращаем на нолик, правой кнопкой нажимаем и выбираем здесь Copy Data Path. Теперь вот у нас выделена обезьянка, с Shift-ом выделяем кость. Кость мы предварительно перевели в Pose Mode. Нажимаем теперь W, Driver Constraint. И вот он уже автоматом определил, что у нас Shape Key взят, потому что мы оттуда скопировали. Какая локация? X location. Нам же надо не по X, нам надо вверх. И, кстати,
Надо еще понять, какая куда ось смотрит у этой кости. Вот, чтобы это понять, давайте лучше заранее включим axis. Вот, теперь мы знаем, что z это... Вот нам надо по оси z двигать. Мы же вверх будем уголок рта тянуть. Еще раз то же самое сделаю. Выделяю обезьянку кость. W, driver constraint. И теперь вместо x z location выбираю. И вот тут параметр, насколько сильно. Ну вот, property limits, вот этот вот параметр, я его усилю, сделаю больше, ну где-то на тройку, чтобы его потом можно будет подрегулировать в кривых, чтобы не так резко тянула эта кость. Вот окей, нажал. Теперь тянем. Вот она тянется вниз, видите? Ну как бы наоборот сработало. Тут можно двумя способами, либо перевернуть кость, перейти в Edit Mode и вот этим параметром Roll у нас минус 180 перевернуть наоборот на 360. Теперь переходим обратно в Pose Mode. И вот теперь мы тянем вверх. И теперь нормально. Но чтобы тянуть вниз, нам придется это сделать в Graph Editor. Ну вот видите, как бы вверх-вниз. Если вы хотите, чтобы это было более резко, ну я чуть позже покажу. Давайте сделаем следующий параметр. Вот все по порядку. Теперь еще один вниз. Также на единичку. Sculpt Mode. Тянем вниз. Тут, чтобы не схлопывалось, чуть-чуть сглажу. Так. Вот, потянули вниз. Теперь возвращаемся здесь на нолик. Опять также правой кнопкой Copy Data Path. Выбираем сначала обезьянку, потом кость. W. Driver Constraint. И теперь смотрим опять. Та же самая Z. Location. Вот это 0,3. Но вот сейчас... Так, по-моему, нолик. Сейчас где-то надо поставить driver limits. Вот, наверное, вот здесь вот max value, по-моему, вот здесь минус 1. Сейчас проверим. Если не сработает, я поправлю это. Я сейчас, кстати, сам еще не пробовал так. Минус 1, вот так. Окей. И теперь вниз. Да, вот видите, работает вниз. Значит, там минус просто ставим. То есть вверх-вниз мы можем уже делать. И как бы драйвера работают без того, чтобы в них туда залазить. Мы только одной костью управляем. И то же самое в бок. Ну вот в бок я сейчас покажу это, как на кривых делать. Теперь переходим опять же на обезьянку. Опять добавляем новый параметр. В бок. На единичку. Добавляем в скульптурном режиме. Тянем этот уголок. Так вот. Давайте даже посильнее сделаем. Теперь выходим обратно, ставим на нолик Copy Data Path. Можно на нолик, по-моему, и не ставить даже. Теперь выделяем кость W, Driver Constraint, и вот теперь уже X выбираем, потому что по X мы будем двигать в бок кость нашу. Local space, так все остальное стоит. И тут по x плюс или x минус. Вот я не помню сейчас. Ну, по-моему, плюс все-таки нам нужен. Давайте оставим специально минус. Если не туда, то на кривых это изменим. Окей. Вот. Ну, правильно поставил в итоге случайно. Но давайте сейчас покажу, как будто бы мы поставили неправильно. Как это поправить? Теперь выдвигаем еще одно окно. Graph Editor. Выделяем обезьянку, выбираем здесь drivers. Тут у нас этот наш ключ, ключи. И вот они все подписаны вверх, вниз, слева, в бок. И вот если бы мы случайно не туда поставили, так выдвигаем здесь n-панель и смотрим, вот минус 1, 3. То есть вот тут вот эти значения правятся. То есть если бы у нас было плюс 1, то... так. Не туда нажал, по-моему. Плюс 1. Еще раз.
что происходит. Почему-то оно как-то скачет. Плюс один. Хм, соскакивает почему-то. А ну-ка, проверим. Да, а, ну вот, применилось. Видимо, оно просто перескочило на другую точку. Да, вот плюс один, это вверх, вниз это у нас минус один, вбок. Да, вот один плюс три. Как бы вот эта вот точка у нас отвечает верхняя за на граф-эдиторе, ну, на графике там, в какую сторону будет двигаться наш параметр. Вот видите, я тяну сюда, а уголок пошел в эту сторону. То есть вот так вот это получается. Наоборот, если хотим вернуть обратно, то просто ставим здесь минус один. Вот. И теперь оно вернулось. Если мы хотим, чтобы кость, видите, я как бы кость утянул гораздо дальше, пока этот параметр, ну, а уголок все равно тянется. Мы можем вот тут вместо трех сделать еще больше. Например, ну, давайте сделаем 10 вместо трех, и тогда я буду тянуть в бок совсем чуть-чуть. Вот. А, ну и как бы за счет того, что чуть-чуть, у нас уголок практически совпадает с костью. Можно сделать даже еще сильнее, допустим, 20 давайте сделаем. То есть он даже опережает кость, видите, как бы тяну, и он даже быстрее, чем кость. Ну, вот так вот и можно подогнать все. Можно сразу там, когда мы нажимаем вот так вот W, можно сразу вот здесь вместо 3, вот тут ставить, допустим, 20, если вы хотите, чтобы оно быстрее, или 10, или 20, побольше параметр. Ну вот, и также точно там можно глаза открывать, закрывать, там эмоции, мордашку двигать, там и так далее. Все что угодно. Ну и как бы соединять эти кости с обычным ригом, там мышцы, чтобы напрягались там во время изгиба руки. Ну и так далее, и так далее. Это как бы такой простой урок вводный. Можете поэкспериментировать с этим. И это применимо вообще к любым параметрам, даже к модификаторам. То есть вот мы, если возьмем обезьянку, и у нас тут модификатор, мы хотим, чтобы при там отдалении камеры, может быть, у нас модификатор уменьшал количество подразбиений вот этих. Мы выбираем здесь copy data pass, также к этой кости. Оно тормозит аж, ничего себе. Много применил. Так, W, сейчас обезьянку, кость, аж притормаживает. W, driver constraint. Ну, лучше, конечно, отдельную кость на это брать. Тут выберу Y, типа как отдаление камеры. И ну, пусть максимальная будет 3. Вот, окей. И вот близко она подразбита. Так, посмотрим. Ага, оно в ту сторону, видите, наоборот. Значит, мы его тут берем просто и поправляем наоборот. Так, это у нас этот, да. Subsurf. Вот. А, так, а количество... Вот, чем дальше, тем более проработано. А если наоборот сделать, то будет наоборот, по идее. Нет, тут на троечку, а тут на минус. Короче, чем ближе, тем больше деталей. Ну, как в играх делают. Ну, так вот это настраивается. Все, короче, дальше экспериментируем и разбираемся сами уже.